На пул даем по кружочку, по квадратику. Идем трэш по объему. Заберешь агрессора с рейда, и буду бить. Бейте мет. Выведи, выведи его. Бьем звездочку. Метка у вас стоит, бейте метку. Медведь, не влетай так. Куда не. У тебя хилы даже к тебе не подошли, ты залетел просто. Не знаю, чего вы стоите. Ну типа, блядь, ты там такой жирный, пиздец, там пачка мобов. Ну так мог можно подождать. Постоять, я могу постоять, в принципе, подождать, пока хилы там все газят. Че хилам держишь, а? Обязательно не был. А что, может, присмотрите лока? Сейчас мы трэш бьем, лети пока долетаем. Мы все равно чистим трэш минус. Также командира забери с рейда, я беру трэш. Хилы прохил. Забирай командира. Меня. Спасите. Я под этим деревом. Мне нужно. Бьем метку все. Твоя сила на исходе. Милики под лифнистом. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Бейте цель танка. Я не могу сейчас забрать таунт КД. Бейте звезду. Другую теперь нет, блядь. Ай, блядь, Рога, ты не слышишь меня?
Идем еще там пачку. Это хил лопнется. Кто лопнется? Хил. Ну, если один уйдет, другой пойдет хил. Бесит. Бейте точно в одну цель. Давайте походим в ДК. Мирок, спикни с танка. Плиз баф по локу. Холипал. Хилиш друида. Квадратик. Твоя цель, просто его хилишь он стопом. Друид, ты танчишь вот здесь третью копию, видишь, где кружочек бегает, просто забираешь и вот здесь вот кайтишь ему. Верни. ДК, ты танчишь первую копию, которая выйдет вот в той стороне, где ты стоишь, да, да. Там же кайтишь. Так, милики вообще поднялись назад туда, к выходу можете стать, вообще не бьете босса. РДДшники по площади вот здесь рассосались друг от друга, расстояние держим. Когда вас откинет, появится копия, бейте копию ту, которая возле вас ближе всего, чтобы не терять ДПС. Добавили рейд, фулл ребаф дайте. Я танчу здесь, буду танчить. Холипал хилит. Хилит у нас Мишку квадратик. Лисма, рестер шаман, хилишь меня кружочек. Уря, Уря, Рессер Шаман, хилишь ДК, черепок. Да, где-то так, я не помню, насколько там уже. Хилы, плюсните в чат, вы поняли, кого вы хилите танков? Чтобы они не падали. Это я понял. Уря понял. Лисма, Шаман. Ну, остальные тоже там помогайте, ДЦшник. Видишь, если какой-то танк падает, там да, ему зубы задефать, это будет на третьей копии, надо будет дефать танков, танки тоже прожимались. Нарче на пол. Все, все готовы. На пол ханты дадите меня со кружочком. Все, влились, босс, объем босс. Расстояние между собой, ребята. Прохил. Забирай ТК копию. Забирай, забирай, забирай. Под кливни становитесь. Осторожен. Прохил рейда. Все хорошо, бьем.
Приготовься, друид, скоро будет копия. ДК прожмешься, дефнешься. Я также. Танк упал. Дайте БР. Кого там есть? А, нет никого. Я заберу, сейчас заберу копию. Прохил меня, я понял, я тоже сдох. ДК, перед этим надо прожиматься перед рывком, перед откидыванием. Падайте. Умирайте быстрее, милики тоже там подойдите, сдохните. ДЦ, короче, на разделении, вот этом втором, когда уже третья копия выходит, вторая, то за дефа и ДК, дай ему зубы. Не лежим, сами все встаем, ребята. Быстрее заходите, Винс. Мах, почему ты лежишь сейчас? Фулл баф, давайте пройдем с бафа все обнулять. Забафали также, милики ушли, РДДР сосались по площади. Танки на свои позиции, хилы взяли фокус своих танков. Дайте ребаф помогу, пожалуйста. В идеале, когда, ты, в принципе, ты, я просто не видел, где ты ДК стоял, тебя когда еще далеко откидывает, ебать, то ты просто не надо впираться вот это дерево, ебать. Потому что я точно вот от пизди. Лучше ты отлети где-то далеко, блядь. Там тебя будут. А можно там каску какую-нибудь херню? Ну, подождите. Каска уже есть у него. РЧ до пул, добав. Помагу дайте каску. Есть у них каска. Там мах может далеко будет. Короче, он там так за ДПСит. Идите на пул, сейчас Мишку у меня. Поехали. Цирк приехал. Пиздим босса. Друга, друга, там 10 метров, 12. ДК, приготовься, скоро будет разделение. Давай. Прохил. Прохил. Хорошо. Забирай. Под клип не становитесь, уходите просто. Молодец. Хуя въебала, блядь. Ребята, много стакаете.
Приготовься, Мишка, забирать что-то с копьями. Сука, я завис. У вас всех залагало? Да. Банный сервак. Кунгар и рестор шаман Уря. Ходите. Что, еще правила ролла? Кто ролит новые спеки, пишите в Дискорде. Давайте бафы там, короче, на баф на пол, что у вас у баф. Все готовы, мильки ушли, РДД рассались, на меня на пол, иду пулять. А-а-а, цирк приехал. Бьем босса. На пул. Приготовься, ДК. Будет скоро копия. Вдвое сильнее страдания. Собирай. Люди, готовься, скоро будет разделение. Двое сильнее страдания. Забрал. Дали рост Геру. Фул ТПС. Бьем те цели, которые возле вас ближе. Прохиливаем там. Ой,
Может, ДК оставаться в танке, там, по ФК вместе с Мишкой на этом минике. На третьем еще потанчишь, потом ДД спикнет. Подходим на второго. Кто рыбу запилил, можете плавать. Милики тоже идите сюда, все идите, слабки. Все пожрали на пол. А рыбки нету? Там он стоит какая-то рыбка. Куча. Все, на пул, короче, на меня, на Мишку, поехали. Ханты, диспельте с нее Ирсу. Когда она будет на взлетке, она выберет метки, надо будет просто выйти с рейда. У вас там будет 3 или 4 рандомные метки, надо просто выйти. Не стоять в рейде. Буду на месте. Приготовьтесь к метке. Вышли с рейда метки. Отойдите от танка. Отойдите. Союз. Идем на третьего. Кулипал, диспелишь свет. Окей. Да. Свету останешься. Или... Тёмка. Кто Тёмку из силов может диспелить? Любой шаман, приз. Плюсаните в чат. Тайми или Лиса. У вас диспел вкачан? Не вкачан. Кого вкачан, шаман? Тайми. Будешь диспелить, хорошо? Тёмку. Лисма, ты. А сейчас добьем миников, я распределю вам в пати. Мишка, ловишь вот здесь, возле входа. ДК там дальний, трэш, я босс. Заходим быстрее. А с хила нету. Ничего страшного, у вас 5 хилов. Ведь. Союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Кого фернуло тот рак? Или тут на сервере? Если за кругом стоишь, тоже все равно фиряет. Веселье.
рейд филяет. Ну, на других серверах есть такая фишка. Ну вот, вижу, таунт работает. Просто каждый таунт. И все, у меня не фиг. Стойте здесь, пока не спускайтесь. Так, Уря, шаман, ты в Дисе? Нам пока каунтом раздупляется, не знаю, зайдет или не зайдет. Можем и 4 килла убить, в принципе. Смотрите, первая пати, вторая пати. Вы в темке остаетесь, вы в свет потом не выходите на второй фазе. Вы всегда тьма. Третья, четвертая, РДДшники. Третья, четвертая группа. Вы все выходите в свет, темки, по команде просто. У вас там будет портал, вы вышли в свет, в свету бьете. В свету будете стоять в меточке. Хулипал, ты там будешь нормально стоять, правда? Да. Не спалить. Я тебе дам ассиста, на себе поставь метку, трусики. Свет, туда вышли, все в одну кучу стали. Темки, мясик, ассист. Темка, звездочка. Все просто... Смотрим за меткой, залезем, чтобы не умерли. Все стоите, смотрите за звездой в тьме. С диспелом. На вас будет появляться дебаф в свету, пылающий огонь, в темке какое-то пожирение души или как. Не тупите, просто надо выйти за рейд. Не к танку, не к боссу, ебать. Нужно выбежать под стенку. Просто за рейд. Хилы. В свету остается всегда холипал, остальные все хилы заходите в темку. В конце, после, когда уже фаза будет, в свет выйдешь, холи. ДЦшник, выйдешь в свет, или танк. Да, я целую хили. Ну или так, ну в принципе посмотрим, да. Там если что, то я шаману или присту скажу, выйдите в свет. Кто танчит свет будет? Танчить свет у нас Void Best, сейчас друид тоже. Череп, на него сейчас на пул. Рэл, а чё мне в тёмке делает, лок? Бить? Ну ладно, сейчас, погоди. Давайте сменю с хантом. Хант, ну где же ручки? Ты, короче, в тёмке останешься. Окей, я тебе поменял группу. Смотрите. Все, в принципе, ничего сложного, ребята. РЧ на пол. И что ты хочешь, чтобы я начинал, что ли? Ну да. Ты можешь начать и в тьму зайти, нормально все. Окей, хорошо, на пульте на меня, на не курите, на Рэла, на куль. Ну ты сидишь на пуливать, там Мишка там останется. Что со заевейдим? Идите кто-то, кто там на маунте заевейдите, босс, все хорошо. Все, пошли, все сразу меточки шастали. На меня напуливаем бур. Thank you.
Метеор приготовился. Перебежали все на другую сторону. В луже не стоим, выходим с лужи. Вышли, вышли с лужи. Забзила, выбежал, хант. Диспел. Отлично. Метеор приготовься. Не стойте на месте, не бегите, стойте. Просто в лужу не становитесь. Лисма выбежал. Ман. Диспел. Килы. Зашли все в тёмку. Сразу в меточку встаём. За метками следим, звездочки. Бейте босса, приготовьтесь, 3 секунды будет метка, дебаф, надо выйти с рейда, не заслаг. Выбежал. Диспельте, диспельте, алло, быстрее. Лезвие, внимательно, метка, звезда. Нет, двигаемся. Двигаемся, двигаемся. 30 минут, ребят, не убьем. Прохил танка, прохил, алло, хилы. Когда Геру даешь? Насик вышел. Хорошо, бейте. Геру, ты когда даешь? Я вам все скажу, ребята, бейте. Лезвие приготовьтесь, метка, звезда у вас, ребята. Мах выбежал. Блинк, вышел быстрее, диспел. Напул дайте, напуливайте, ребята, ханты, роги, напуливайте, блядь. Напуливайте, сука, стопайте агро. Немного. Ясно, блядь, сдох. Падайте. Че умер? Шаман сорвал. Я не могу понять, как. Ну, блядь, он или не на шамана, а на лока. Падайте. Умерли меня боссы, пизди. Мы без шама убьем, несите. Резайтесь, не бежите. Быстрее резайте. Нам хватит хила. Сниму я чешку в пизду. Подошли, хавали рыбу. Там... СС тут не нужен. Все, фулл баф, мат баф, все обновили. Дайте мне колипал по друидам, дай кулак. У нас все равно два друида и два мишки. Сейчас, да, мам, покушаю. Реча на пол. Вар, дай право-лево. Рога, что не хватает? Вар. Все, все готовы. Кто там на маунте, идите с рейди. Пошли все сразу на позицию встали. Меточка.
Пол. Перебежали. Ребята, короче, там сильно кто-то DPS, видите, блядь, срываете игру, просто escape. А Мишка, блядь, Кузня, нет у него игру нормального. Выбежал в мах. Встал. Просто талант меня переделает. Перебежали. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Уходите. Зашли в темку, сразу метку ставили. Приготовились дебаф с лунды. Надо выйти с рейда. Выбежал вар. Диспел. Правее немножко. Крутимся. Лезем. Три секунды. Звезда метка. Все в одну кучу. Внимательно. Блять, что ж ты тут меня критуешь нахуй, блять. Хильте, хильте, хило. Тайми. Он вышел, да? Не смотрел. Да. Лезвие внимать. Фар вышел, не спал. Отлично. Фархил. Прохил, прохил, поднимите танка, что на дыхании могу умереть. Скоро фаза, приготовьтесь, лок выбежал. Диспел. Лезвие, внимательно, лок, не умри. Двигаемся. Третий, четвертый, вышли свет, портал слева возле вас. Тёмка, стоп ДПС. Тёмка, эскейп, прожали, не бьем босс. Тут ничего, тут Тёмка, при том еще танка вроде удержал. РДД поубивало. Ничего не бил. А у всех все умерли РДД? Да, не всех. Дохните. А как, блядь? Как ты сдох? Короче, вышел первый челик. Босс на него повернулся и банул. Вышел второй. Каждого, на каждого поворачивался и всех убивал, короче. Друид, у тебя есть ДД аспект любой? Нет. Ну шмот, танка, а спек есть. ДК потанчишь свет, который танчил миника. Давай, спекайся. Спекайся там, кто у тебя там есть, кот или что. В натуре я сыграл, типа, блядь. Будет проще. Ты там жирней походит. Это баг какой-то. Ну или баг, там, блядь, все равно там жирней. А что, ты заходил в тёмку или чё? Нет. Ну, то есть тёмку. Давайте бахнули рейд, ставлю вам рыбу. Ну, я такое первый раз вижу. Хавайте рыбу. Может так, может это, блядь, багается материальность, агро и так дальше. Но я это думаю, это хуйня. Конечно, это хуйня все. На, забафили. Забафили мозбафы, каски, кулаки и арче на пул. На пул даем на квадратик. АДК. Сейчас сразу же на него.
Все с пульте. Поехали. Хулипал, короче, сам хилишь, все хилы остальные, два шамана, прист в темке, остаетесь, никто с вас свет не выходит. Что меня там больно бьет. Не могу понять почему. Вы смотрите, когда перефаска, вы смотрите за материальностью. Только что, когда босс вышел, да, было 80%. Немножко левее стали все звездочки. Смотрите, да, будете выходить свет, просто тёмка вся, эскейп прожимаете, когда будет фаза. Не бейте вообще босса, просто не бейте, тьма. Они вышли, стали, начали пиздить. Короче, все будет нормально. Вид выше. Диспел. На нём нет. Метеор, перебежали. Не ловим метеоры, ребята. Кто будет умирать на лужах, метеорах, не будет ролить вообще лут. Лока зависла, говорю, выкинула меня сервер. Ну, зайдешь. Может, ты и будешь жив. Хуй. Тайми, выбежит. Не могу вон сту зайти, блядь. О, заебись, сервер. Хелл. Метеор приготовьте. Ты увечьем бьешь? А, сейчас нет, ты танчишь. Перебежали. Да, бью. Да, я думал, ты танчишь, ты как танчишь. Ну, темки. Выбежал, мах. Блин. Фэл. Зашли в темку, стали в мед. Будем двигаться сейчас. Выбежал Рога. Диспел. Крутимся, крутимся. Все двигаемся, ребята. Двигаемся за лезвием. Лезвие всегда должно быть от вас. Просто босс криво стоял. Внимательно лезвие, метки ваши. Прохил танка. Хант выбежал. Диспел. Отлично. Вембус. Ебать, он пиздует нахуй. Ебанутый, блядь. Что надо менять вот этим друидем? Видите? Лезвие, внимательно, мах, выбежал, мах, блин, диспел, лезвие, все в звездочку. Кто умер на лезвие, тот рак. Шаман, если можешь встать, ту вставай. Заходи в темку. Да, Линер. Выбежал-то низ. Стал. Служи вышли. Вышли, выпрыгнули. Нет экран. Прохил, прохил танка. Потом рейда. Ясно, блядь. Почему вы умираете на лезвии? Стояли на метке. Да метка жива, если что. Нам соединили. Смотри, я хант. Стоит метка. Сзади лужа. То есть я там просто встать не могу. Слишком рано сдиспелили. Магов не надо, да, диспелить. Я сам продиспелил. Я, блядь, до половины только дошел, вы ебнули диспел. Зачем? У тебя вообще блинк есть, ты вообще не должен. У меня блинк был в КД. Давайте выходите. Заходите. Обычно рок и магов вообще не трогают. Ну, типа, я думаю, любой нормальный маг в состоянии провести. Я тоже так думаю, я бы лучше себя в чёмку. Рестер, шаман. У кого там диспел вкачан был? Тайми, да? Тайми, ты диспелил? Да, я. Давай ты, короче, в свету останешься.
вместо хулипала, хулипал в темку зайдет. Все, бафайте рейд. Дадут больше. Ставлю последний риботский нахуй, ебать, хавайте, не тупить. Да признайся, что мы упали ради лока. Рел, одну минутку отойду. Спасибо, парни, спасибо. Я первый раз в жизни хотел, чтобы вы упали все. Нахуяно. Бля, ну меня сейчас искать Эрдру, это пиздец. Понимаете? Ебаный сервак, нахуй, просто выкину. Я искал его полдня, блядь. Какая разница, вы захиливаете в 4 хила, а оно вообще в 3 хилится. Обычно. 2 хила в тёмке и 1 в свету. Да это изи инст. Да. Там не Гера, а че на пу... Я бы еще поменял бы дэшников пару. Ну ладно, там в тёмке один мах. Кунгар, останешься в тёмке. Потому что у вас тут очень РТ-шный ДПС сильный. РЧ на пол. Давайте 15 минут до перезагрузки, надо убить бегом. Все, выйдите, дайте кулак по роге. Все встали на позицию. Кулак по хантам. Холик разбафаем кулаки. Сейчас. Секунду, мана. Пацаны, анонсите на лока, пожалуйста, у меня ДБМ слетел. Все, короче, я возьму это, да? Пилить. Кто? Полипал. Ну ты в тёмку идёшь, да-да, на пул дать. Ты идёшь в тёмку, рестер шаман, тайми, останешься в цвету. Будешь диспелить свет. Перебежали. Ты дыхание ловишь ДК, я не могу понять. Или ты, блядь, это метеор, тебя так пизданул. Пол хп. Рога вышел. Там. Слишком рано не спалить. Не терпит тоже. Небеса в огне. Перешли на другую сторону. Нашли в тёмку, стали у меня. Ретрик. Приготовки здесь дебаф будет. Дайте на пул, рога вышел. Что, ретрик? Диспел. Метка звезда, лезвие приготовки. Скоро будет. 2 секунды. Крутимся, двигаемся, ребят. Я соу выбежал. Быстрее. Хорошо. Я босс. На пул. Ёршка вышел. Лезвие внимательно. Рога вышел.
Да. Лезвие, внимательно. Внимательно, звездочка, ваша метка. Лезвие. Крутимся. Тёмка, стоп, ДПС, стоп, вышли, третий, четвертый свет, Кунгар, останься в тёмке. Никто босса не бьет в тёмке, никто, кроме танка. Стали в кучку, не бейте босса, тьма. Свету дайте ДПС, бейте босса, свету. Выбежал. Диспел. Все, бейте тьма. Свет Геру, тёмка Геру. Шаманы, Бобби, кто фул ДПС. Двигаемся, лезвие приготовьте. Внимательно следите за метками своими, свету и так дальше. Там метеоры будут. Я не вижу, он не прононж. Таймово выбежал в тёмку. Диспел. Тёмка немножко стопните. Все, бейте, бейте. Нормально. Лезвие, внимательно, звезда, метка ваша, внимательно, чуть правее станьте. Выбежал лок. Абрикос выбежал. Быстрее вышел. Возле стенки только диспелим, диспел. Бьем босс. Кого свету есть голос, можете анонсить им там. Выбежал абрикос. Лезли внимательно, вправо звезду все сдвинулись. Диспел. Тёмка больше ДПС. Дебаф приготовьте. Выбежал. Хант, шаман, свету. Убежали, диспел. Лези в звезду все, правее. Тёмка, стопните ДПС. Тьма, эскейп. Эскейп, не бьём босса. Не бьём, танк, ДК, прожмись там. Не бьём, тьма. Не бьём. Что у вас с ДПСом, свету? Больше ДПС и свет. Он лишь вот выбежал. Фэл. У нас тут 5 человек, блядь. Бейте, один хант, выйдите в свет, один хант. Хильдека, лезвие, хильдека. Лезвие, звезду стали, один хант, вышли в свет, бьем, бьем босс. Все, пиздец, танк упал. А как вы там пост дыхали? У вас там, блядь, должно быть 8 человек или 9. Ага, по факту, блядь, 5 или 6. Бьем, бьем, пока тёмка. Все, пресс упал. Сейчас выходим все в свет, просто. А хуй, уже нету порталов, далеко. Ну, чисто интересно, пробуйте. Багается или не багается. Выходите в свет, выйдите в свет все ДДшники. Один паладин, останьтесь в бомбу. Нихуя не будет. Нихуя не будет. Резайтесь. Умирайте. А чё ты... Материальность-то надо стопать. Она каждые 5 секунд меняется. Ну так я вижу, когда она двигается, я говорю стопать, когда ДПС надо стопать. Короче, 8 минут, да? А чё вы это, стойте, парни, чё в свет так дохуя народу выбежало? Прям пиздец, нахуй. Третья пати, по-моему, там была, и абрикоса не было, нахуй, чё мать. Ну, ребята, резайтесь, откройте рейд, нажмите, блядь, букву О, английскую. Третья, четвертая группа, вы в свету. Вы всегда в свету. Ну, типа, вы заходите в тёмку, потом выходите все в свет. Там ДПС. Бафайте рейд. Маме, код, блядь, в свету. Ну а чё там код делал в свету? Надо либо код... сейчас пулять, либо ребута ждать, потому что 8 минут. Ждите ребута. Давай подождём, мы не успеем. Мы сейчас сбили 7 минут. Да? 7 минут осталось. Ну да. Ладно, давайте перекур. Я найду вам еще одного хила, блядь. Перекур. А хил нахуя? Да хилов нахуя. Не надо. Ну типа, про... сейчас была проблема в том, что реально... Ну кого ДДшника возьму еще? Вот. В свет просто... не вышли, блядь. Ты посмотри, кто не вышел за анонс. Ты ж там обещал. У нас стояло реально в свету, пиздец, 5 человек и кот. Все. Ну, я не считаю, типа, одного хила и танка.
У нас было вот реально максимум 5. Все маги, все локи, ЛМ и ШП Спарт. Вы выходите в свет. Я сейчас приду, покурю.